Агния Барто. Ярославна. Я понял недавно, что Таня Петрова в душе Ярославна. Однажды в походе повздорили двое, и дело дошло до кулачного боя. «Ну как вам не стыдно?» – девчонки кричали. А Таня Петрова стояла в печали. А Таня Петрова сначала молчала, противником раны промыла сначала, а после спросила: «Ну как, полегчало?» Я понял недавно, что Таня Петрова в душе Ярославна. На праздник спортивный уходят гимнасты, уходят под ливнем, уходят в ненастье, а Таня горюет у школьной ограды. «Ты, дождь, не мешаем добиться награды!»